смерти, Сергей. С миром, Игорь. Вот хотел бы рассказать свою историю вообще. И как вышел на твой канал, как узнал. То есть я видел, что люди свидетельствуют о себе. И думаю, это бы, ну, помогло. Конечно, помогло. Через это люди и веру обретают, да. И укрепляются в вере. Да. В общем, если начинать с того, как я к вере пришел, то это было в 14 лет. А в 14 лет у меня тогда был такой период в жизни, когда я как бы являлся, можно сказать, таким номинально верующим. То есть как бы меня крестили, ходили в храм, но на самом деле Бога у меня в сердце не было. То есть, можно сказать, абсолютно безбожник был. И когда человек вот так без Бога живет, у него, конечно, в жизни всякие трудности происходят. Самое, наверное, страшное, что у него, это то, что то есть на совести все это, совесть человека мучает. То есть страшный груз на душе лежит. И к 14 лет я пришел просто к такому состоянию, что у меня просто страшно болела душа. Страшно болела душа. И я обратился к Богу, взмолился, покаялся. И вот с этого, можно сказать, начался мой путь. А ты расскажи, с чем связаны переживания-то были? Почему у тебя такая, казалось бы, 14 лет и у тебя... Да. Я расскажу. Такое неустройство. Да, я расскажу. Дело в том, что меня вот с детства водили в храм, и, можно сказать, я знал, что Бог есть. То есть это у меня никогда не было проблем с этим. То есть я не отрицал его никогда. Но словно бы что-то не давало мне к нему прийти. То есть я знал, что он есть, но как будто ты просто не замечаешь его. Как будто он какой-то посторонний тебе человек или вообще никто. То есть и... Мы живем в 21 веке, и сейчас, можно сказать, молодежь, она просто невероятно развращена. То есть, к примеру, люди, которые жили даже 30 лет назад, или, например, 100 лет назад, молодые люди в моем возрасте, они вот таких страшных вещей, можно сказать, не творили. То есть сейчас дети, молодые люди, они находятся в очень страшном состоянии, у них очень много грехов. Все это общество, можно сказать, навязывает. Может быть, родители в этом виноваты в какой-то степени. Ну и человек. Но ты увлекался вот соблазнами этими, да? Да. То, что мир предлагает, интересно было тебе? Ну все было, да. И сквернословие, то есть весь перечень грехов, который я мог как бы сделать, он у меня уже был. Начались просто какие-то проблемы, но самое страшное, что после всего содеянного, то есть, у меня просто начала болеть душа. Я просто в каком-то тупике оказался. То есть, стоишь в такой момент в жизни, что ты понимаешь, либо вот сейчас будет либо смерть, либо что-то страшное случится. Либо ты просто как-то изменишься, и что-то должно перемениться было. То есть, либо смерть, либо... Я не знаю, либо встреча с Богом, вот. Но конкретно я тогда еще этого не понимал. Я просто понимал, что что-то страшное произойдет. То есть душа это чувствует, наверное. Ты как бы стал перед выбором таким, или тебе да. С миром, или с Богом, да, тебя да. Да. Разрывало, можно сказать. Но это абсолютно. Еще обостряется, знаешь, когда как раз в 14-летнем возрасте подросток, ну, как бы... возрастной такой период, и вот барьер, можно сказать, и по плоти, видишь, что у тебя и по духу такие да. Терзания были. Да, то есть как раз ты говоришь о том, что подросток, да, люди вот в этом возрасте, они как бы встают, ну, у них очень много вопросов образуется, то есть и вопросов, куда им дальше идти, да. как им жить, то есть, и вот у меня вот со всех сторон были проблемы. И со стороны подростка, со стороны просто плохого человека, можно сказать. То есть, и просто я как будто находился в какой-то яме. Просто в темной яме, и все, там, может, был день, светило солнце, но для меня просто была темная яма.
А ты видишь, в храм ходил ты с кем? Кто тебя водил в храм? А вообще, если так говорить, у меня, в общем, мать верующая такая. Ну, я бы не сказал, что она сильно верующая, но вера какая-то у нее есть, то есть небольшие понимания есть. И она меня старалась водить в храм. Но что случалось? Я прихожу в храм и просто стою, то есть мне лет 7, там 8, ну, до 12, в общем, так может быть, 11 лет. Что случалось? Я просто приходил в храм, стоял и ждал, пока все это закончится. То есть, ничего душу мою не трогало. Наверное, и сейчас таких детей можно увидеть, ну, обычно небольшого возраста, когда они там бегают, прыгают, они хотят, ну. Ну а в сердце какого-то учения ничего такого не было? То какие-то самые азы были, но я не знаю, почему-то сердце мое было не открыто для этого. То есть вроде бы как бы что-то знал, ну, самая малость, может. Но вот сердце не открывалось. И я тогда возмолился Богу. То есть как все это было? То есть я понимал, что мне очень плохо, то есть мне абсолютно страшно было, болела душа. И я просто знал, что Бог есть. Я как бы, можно сказать, понимал вот что-то, что то, что я не прав, и то, что можно, Бог сможет все изменить. То есть у меня, ну, на тот момент только на милость Бога было упование. Но я знал, что все проблемы, как бы, они были во мне. И вот с этого путь мой начался. То есть я уже не мог жить так, как я жил. То есть для меня это была просто смерть. Для меня уже, ну, другого ничего не было. Тогда у меня появилась такая духовная жажда. То есть, когда ты понимаешь, что твоя жизнь, она не такая, появилась жажда, и я сначала, как у меня произошло, я стал слушать радио, то есть православное. Там говорилось о Иисусе Христе, есть такое радио «Вера», то есть там как бы говорилось о том, почему пришел Бог, кто такие апостолы, то есть основа веры, основа православия. То есть это было близко моей душе. Дальше, когда информация на этом уже закончилась, то есть все-таки на радио, ну, говорится какая-то, ну, приблизительная информация, то есть все не раскрывается, и тогда я понял, что этого мне мало. Ну а что, послушай, что ты почерпнул? Я Вот какие азы почерпнул ты азы, из этого радио? так, я могу сказать, да, азы это, наверное, я узнал очень в небольшой степени, но я узнал Евангелие, то есть там были там утренние, дневные толкования на Евангелие. То есть, когда я слушал, я понимал, что это прямо мое. То есть, у меня на душе лежало. То есть, там разбирались некоторые стихи из Евангелия, которые читались на службе. Потом рассказывалось о монашестве. То есть, почему люди идут, почему они готовы всю свою жизнь отдать Богу. И рассказывалось о первых христианах, о мучениках. То есть, и я просто это понимал, что это все мое. Это, ну, лежало к моей душе, и то есть тут просто по духу чувствуешь, что это истина. То есть отречение от мира, да? Да, то есть я уже просто так уже начал понимать все. Ну, может, в небольшой степени, но просто понял путь, куда надо идти. То есть идти надо к Богу. И если тебя мир держит, надо, конечно, от него просто отказаться. И когда радио уже не могло дать чего-то большего мне, я начал искать видео в интернете. Сначала это были просто православные батюшки. То есть, но слушая их, я как бы ничего большего, можно сказать, не узнал, чем говорилось на радио. То есть какие-то принципы основные. Тогда я как-то вспомнил, что наткнулся на видеоролик Александра Калинина. Я как-то раньше на него натыкался, но я почему-то, не знаю, его не смотрел. То есть как-то на душу мою не лег. То есть Александр, ну, Калинин, который ролик там был, помнишь, когда он обратился, то есть он говорил о том, что с ним произошло, как он был в аду там. И в этот момент у меня очень сильно это задело. То есть я понял потом, благодаря этому, вообще, что такое ад и как вообще страшно оказаться в нем.
То есть, как это ужасно жить в грехах. И посмотрев этот ролик, я начал интересоваться деятельностью Александра. То есть, помнишь, наверное, у него был период, когда он выкладывал в день там разные видеоролики, его спрашивали вроде, и он отвечал. Там были вопросы на ответ. Ну да. И вот я смотрел эти видеоролики, и тоже наполнялся этим духом, можно сказать. Но, к сожалению, ты тоже знаешь это, что у него в роликах были такие вещи, говорилось о том, что вот ИНН, там, вот это все. Паспорта там, да. Да, да, и я как человек, ну, неопытный, ну, еще как, наверное, может, не знаю, может, слабый верующий, может, чего-то не знал, то есть я принял это, я доверился ему, потому что видно, человек искренне говорит, он, то есть, не лжет, ну, как мне казалось. То есть, и я все это принимал. То есть, я действительно был настроен в таком духе, что уже почти дошел до того, что мне надо разорвать просто паспорт. Я уже почти это сделал, но мама меня отговорила. То есть, наполнился таким, можно сказать, не евангельским духом, но все равно по ревности я хотел это сделать. То есть, я понимал, что пускай у меня будут проблемы, но этим самым я... То есть меньше, то есть я не согрешу, можно сказать. То есть как-то покажу любовь к Богу. То есть я хотел разорвать этот паспорт. То есть подвиг какой-то сделать. Да, да. То есть у меня был такой период, когда я понял, что это, что такое вера, что кто такой Иисус Христос. И я хотел. Это, послушай, в принципе, это нормально. И подвиги каждого на свои подвиги тянет. То, что ты хотел подвиг совершить. Ну, по крайней мере, ты так видел его. Сам процесс с потерей этого паспорта, что тебя ждет, ты осознавал это? Да, я осознавал. Александр рассказывал о том, что ждет, что будут какие-то проблемы там и с перелетами, и с переездами, и в школе у меня на момент могли быть как бы проблемы. И, ну, я все равно этого хотел. То есть, потому что я верил в то, что если я это не сделаю, я могу совершить грех такой. То есть как бы откажусь от Бога. И вот как раз в этот момент, ну, мама меня пыталась отговорить, но я говорю, я в любом случае это сделаю. А в этот момент, ну, смотря канал Александра, я увидел в рекомендациях конкретно видеоканал «Парализован во славу Христа». То есть, и я поинтересовался и нажал на него. То есть это было, не помню в каком году, наверное. Но это было года два или, ну да, 2 года назад где-то. И я нажал на этот канал, и честно уже не скажу, с какого видеоролика я начал. Но то, что я там, первые видеоролики, которые были, я просто почувствовал, что там говорилось о таких вещах, о таких духовных вещах. Первые христиане говорили, наверное. То есть там эти ролики были. Именно абсолютно духовный, и евангельский, можно сказать. И вот я просто почувствовал это, я все сразу понял, что какие здесь люди, то есть каким духом они наполнены. Родство вот это почувствовал. Родство, да? Вот родство абсолютное, могу сказать. Вот, и вот здесь именно то слово. Я прямо понял, что, ну, просто душа очень близко лежит к этому, прямо. Вот прям почувствовал это. И вот с этого момента начался мой путь именно, вот, можно сказать, в правильном православии, в правильном направлении. То есть там говорилось о таких темах, там говорилось о мире, то есть о безумстве мира, то есть там так и ролики многие называются. То есть были ролики, сейчас скажу даже, а вот ролик о временах и нравах. То есть я почувствовал в этом абсолютно все новое, все евангельское какое-то. То есть, но пока я еще даже, можно сказать, до этого канала не знал такое слово. То есть я не употреблял, потому что Библию читать был не научен. Еще хотел бы сказать, что вот когда начал смотреть эти ролики, после каждого видеоролика у меня что-то менялось. То есть
как будто твои мысли, они, или вот даже ваши мысли, то есть они как будто входили в меня, вот эти все идеи, как будто я уже немножко по-новому, с каждым роликом я уже становился другим человеком, все уже больше отстранялся от мира и шел вперед, то есть у меня появлялось понимание, которого я не мог найти, к сожалению, ни на православных телеканалах, ни в Ютубе, где батюшки рассказывают, там такого не было. То есть я могу сказать, что это, наверное, один, можно сказать, один из единственных каналов вообще, таких во всем Ютубе, во всем интернете. То есть такого нигде не услышать. Человек не найдет нигде столько о Боге, сколько вот в твоем видеоканале или... Это называется подобное, тянется к подобному, да? Как написано в Евангелии, для кого-то наш запах духоносный на жизнь, а для кого-то смертоносный на смерть. Кого-то он убивает, этот запах, а кого-то животворит. Важно то, что я стараюсь за этим следить. По крайней мере, я не понимаю иногда, в чем обличают люди. Я же говорю, я себе стараюсь ничего не говорить. Вот, тогда начинают говорить, ты там учителем учишь людей, понимаешь? Как? Я говорю, ну как я учу, я Евангелие говорю, проповедую, как я могу научить, если больше того, что есть в Евангелии? Я тебе сказал евангельское, ты принял или не принял, а чему я тебе могу научить? Так и Господь поступал, он когда пришел с благой вестью, он говорил, я от себя ничего не говорю, я говорю от пославшего меня, кто меня послал, тот меня и наставил. Вот и мы, ученики Христа, мы также должны поступать от себя. Мы ничего не говорим, мы говорим только то, что сказал Господь. Мы только сеем и поливаем, а взращивает Господь. А что мне тщеславиться на том, что написано? Господь мне дал запомнить эти стихи. Он может в любой момент забрать у меня. Да, это же даже не я говорю, это Дух Святой говорит. Да, я помню, на тебя вот, ну, как не так давно видел, как люди нападают. Но я думаю, это все равно, это может даже не проблема людей, хотя их тоже как бы ответственность за это, но это может быть просто испытание. Это и испытание, и без этого быть иначе. Господь говорил, что гнали меня, и вас будут гнать. Будут гнать. А как иначе? Да любая философия, возьми любое учение философии, всегда есть преемники, есть противники любой идеи, правильно? И здесь то же самое. Всегда есть критики. Времена-то еще, можно сказать, такие бархатные вот сейчас идут. Но грядут времена, когда гнать нас начнут. То есть возьмем первые века. Мы же прекрасно знаем, как поступали с христианами. Да. И вот сейчас на Востоке видим, как убивают и гонят христиан в Китае. А у нас, если начнутся гонения, православие ждет новый этап, этап презрения. Ты бриллиант, ты алмаз, можно сказать, вот среди огромной массы сегодня молодых людей. Вот потому что в основном люди твоего возраста это противники сегодня Христа и веры. Эти учителя такие мирские, как Невзоров и там и же с ним, они же с собой уводят огромное число народа. И это просто удивительно, это чудо. За это благодари Господа, что ты вот оказался просто и не в том числе, понимаешь? Я даже иногда сам не понимаю, почему так произошло, потому что абсолютно ничего не предвещало это. То есть я с детства, я не могу сказать, что я был хорошим человеком, я с детства, наверное, был плохим человеком абсолютно. То есть склонен ко злу был. То есть я даже сам не могу объяснить, почему стал верующим. Здесь только, ну, у меня одно объяснение, это Божья милость. Нам только и остается, чтобы благодарить и все. Господи, да. А что мое? Вот часто да. Опять же задаешься вопросом, а где мое, где я-то? Вот попробую себя спросить, а вот а где я, понимаешь? Да. Если все мне от Господа, все мне от Бога, да, и душа мне дана от Бога, и дух дан от Бога, и тело от Бога, а я где тогда? Да. Как не знаю, где написано, но даже вроде в Новом Завете, что потом же будут времена, когда просто и ангелы, и люди будут славить Бога, ну, за всю его милость, за всю его благодать. То есть в таком состоянии мы должны прийти в благодарение Бога. Это
Я раньше не понимал этого. Как, то есть я думал, может быть, им скучно будет, или как можно благодарить Бога постоянно. То есть, ну, ты обычно как у людей? Ты человека поблагодарил, может быть, и все, на этом как бы все закончилось. Либо ты его хорошо к нему относишься, но если что-то не так произойдет, твое благодарение уже отойдет. То есть ты к этому человеку, ну, будешь хуже относиться, возможно. И только со временем я понимаю, что сколько Бог для нас сделал, мне такое понимание пришло, что, наверное, больше Богу вообще никто не страдал. То есть никто не страдал, не страдает и не сможет пострадать. То есть... Мы еще осознать не можем да. той жертвы, которую Господь принес, понимаешь? Это, ну, по крайней мере, я в это верю. То, что это не одноразовый акт был. То есть я там тоже... зашел он на крест и пострадал, да? Эта жертва по сей день простирается и до конца дней наших. Почему? Вот смотри, в Откровении указано то, что в храме, вот сейчас в храме, сейчас на небе, в Царстве Небесном есть жертвенник. Для чего в храме стоит жертва? Кого там приносит жертву на этом жертвеннике? И закрадывается вопрос, что там периодически заклание какое-то происходит. Агнец. А там и происходит то, что сегодня нас животворит кровь, сходящая с небес, и плоть его с небес, сходящая, которой мы и живы. Вот. А ты говоришь, что ангел, вместе с ангелами будем славить Господа. Так ангелы, они не перестают славить его. Да. Они постоянно. А слава в чем происходит? Вот мы, допустим, заходим в какую-то в комнату с чудесами, да? И вот идем по этой комнате, и каждый раз, обращая внимание на новый какой-то экземпляр, на новое чудо, мы восторгаемся, мы там, ну как себе молодежь, там, вау, и, да. Ух ты, да. А вот так вот Господь не перестает творить, Он творец, Он постоянно создает что-то новое, что-то более естественное, более совершенное. И ангелы, видя Его творение, они постоянно восторгаются, понимаешь, и слава тебе, Господь, ты такое сотворил, слава тебе. И в то же время, когда мы будем на небе, мы тоже будем, конечно же, за это славить, вот, за эти чудеса и за это. Мы будем участвовать, причем. Ангелы, видишь, это, ну, у них особое предназначение. То есть ангелы – это вестники, ну, можно сказать, почтальоны. А мы созданы по образу Божию. Мы сотворцы, мы будем творить миры, творить вселенные вместе с Богом. Представляешь? Вот то, что сейчас делает Бог, вот эти чудеса, над какими восторгаются ангелы, мы будем с ним участвовать в этих делах. К этому мы призваны. Я вот тоже раньше думал, когда к вере еще приходил. То есть небольшое у меня сомнение в сердце закрадывалось. То есть в Библии говорится, что Бог и судил людей, и будет судить. И как бы все очень так, можно сказать, жестоко показывалось. И у меня немножко такое было сомнение, ну, как бы, ну, непонимание, можно сказать. Почему, если Бог милостивый, то почему он так делает? То есть я как бы понимал, что он может это делать, но какое-то сомнение было. А теперь я понимаю, что он сделал для нас, что никто больше не пострадал, чем он. То есть он не просто имеет на это право, а он как бы даже вроде бы и обязан, может быть, всех покарать. Но он, то есть тут настолько большое милосердие, что он даже таких грешников спасает, как мы. Бог бы не был тогда Богом, он да. бы... Да. Он назывался тогда любовью, но ушел, он нас покарал, да и все. Люди, мы видим, кого он уничтожал. От этих людей рождались уже монстры. Ну, в принципе, к чему мы сейчас идем, что и мир этот развивается на наших глазах. 20-30 лет назад, чтобы женщина шла по улице там, с бутылкой пива и курила, там такого не было еще. Поэтому беззаконие набирает свои обороты, видишь, и для избранных Господь это время он ускорил, то есть беззаконие, оно как бы, ну, все быстрее и быстрее, оно как маховик раскручивается, набирает свои обороты, то есть чтобы поскорее все это произошло, чтобы, ну, потому что эту мерзость и людям, которые находятся с Богом, которые Бога любят, им невыносимо на это все смотреть, и Бог, конечно, терпеть этого не может уже. Не, ну Бог-то терпеть все может, он. Конец всему есть. Конечно. Конец беззакония. Когда, вот опять же, я сегодня с женщиной с одной разговаривал, ну вот она говорит,
Может, Господь отложит еще, да, на какое-то время, оттянет. Я говорю, ну сколько оттягивать-то уже можно? Наоборот, мы же в молитве просим «Ей гряди, Господи». То есть мы ждем Господа. То есть первые христиане, Господь, когда уходил, Он обещал апостолам скоро вернуться, да? Да. Вот, и апостолы, они же так и понимали. Ну, сейчас вот Господь уходит, и Он придет через там месяц-два, Он вернется, понимаешь как? Вот, и первое столетие такая и была в людях, в апостолах, потом в преемниках, была такая вера. То есть они день за днем ожидали, ну вот не сегодня-завтра, не сегодня-завтра придет Господь. Видишь, а сегодня уже вера тоже, она такая дебилая в людях, такая она деревянная, каменная, железная становится, что уже люди не то, что там «Ей гряди, Господи», они отдаляют этот день. Да и ну, Господи, еще не приходи, еще не приходи. Но если мы любим Бога, мы же должны жаждать Его прихода, правильно? Вот видишь, ты опять такой же. Откуда ты взялся? Кажется, уже все, я сам уже, не знаю. Уже нету молодежи. А да. Вот раз осмотришь, и может от тебя дети еще такие родятся верующие, кто знает. То есть у меня на сердце, знаешь, конечно, многие это говорили, что скоро вот, то есть во все века говорили, что скоро вот второе пришествие, скоро конец света. Почему-то вот мне так кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, но просто настолько уже мир безумия достиг, что это будет уже скоро, может, 20 лет, может, 30, и буквально беззаконие же они умножаются, и как бы вдвойне умножаются, они постоянно приумножаются, каждый год. То есть эта шкала, она постоянно растет, и она как бы с большей скоростью увеличивается в законе. Я думаю, наверное, все-таки в наше время это все будет. Всегда были такие как бы войны, да? Но такого, что сегодня происходит, возьми в любой части света, ну сколько стран, я не знаю, добрых десяток сейчас можно прям набрать стран, где брат на брата восстают. Вот. Такого не было никогда, вот таких локальных войн по всему миру. То есть мир так не воевал. Потом катастрофы вот эти, как бы, но тогда еще не было возможности узнать. Ну, то есть, если где-то происходили какие-то землетрясения, катастрофы там, об этом люди, ну, узнавали по всему миру, да, ну, какое-то время на это уходило, там, возможно, месяц, возможно, полгода от континента к континенту. О, там было такое, и рассказывают, к примеру, там, лава, вулканы, да. Вот, и люди, о, вот это да, или наводнение. А сегодня, смотри, человек просыпается, включает телевизор, и на него вот этот шквал обрушивается, там то да. произошло, там это произошло, видишь? И это как раз есть свидетельство того, что когда услышим о многих землетрясениях, гладах, морах, мы же все это видим, и глады, и моры. Все есть. И причем это нормой стало, это стало все. Как бы естеством. Вот, поэтому, конечно... Конечно, все уже сбылось, все пророчества сбылись, вот осталось нам последнее, это приход Антихриста. А вот ты как на этом поводу думаешь? Я думаю, что это как раз, как бы, как все его называют, царь, вот этот, будет Антихрист. Сейчас же, ну, активно это движение царевожников развивается. Очень похоже, очень похоже. И это будет огромное лукавство. Должен дела сделать. Причем это, видишь, это если так локально взять, то это распространяется. Вот сегодня, к примеру, возьмем протестантов. Ну, сегодня вот неопротестантизм развивается, да, эти пятидесятники и прочие, да. Вот, они все сегодня говорят о тысячелетнем царстве. Да, то все. Есть эта вера уже захлестнула везде, вот, тысячелетнее царство. А что предполагает тысячелетнее царство? Это приход царя, опять же, правильно, который наведет мир на всей земле. То есть они говорят, что иудеи, вот именно сегодня, те, кто живет в Израиле, они должны стать во главе мира, и с ними должен быть вот Христос. Ну, понимаешь, там полностью под описание, ну, безумие, безумие полное творится. Туда же и православные, конечно, подпадают, вот эти царебожники, которые царя ждут сегодня, в грудь себя стучат. Да, причем, посмотри, я вот опять же этого Шляхова недавно слушал, знаешь, этого священника,
он кричит, в грудь себя бьет, что царь придет, мы, говорит, молчать не будем, мы выйдем всех вешать на столбах. Вывалим царя-батюшку, вывалим, он должен прийти в этом году. По всем датам, по всем предсказаниям, опять же, если мы его заслужим, царя Михаила. Я с ним разговаривал, я уже рассказывал вам. Недолго, но беседа у меня с ним была. И дай Бог, чтобы он пришел. Дай Бог. Я попрошу тебя, батюшка-государь, когда придешь к власти, первого убей вот этого Максимова. Первого. Его надо убить. Батюшка-государь всех убьет. Не посадит, не сошлет попов, а всех казнит. И вот надо этих тварей Максимовых, Гундяевых, всех Чаплиных, всех убрать. Вооружайтесь. Бейте. Убивайте их, мрази. Убивайте. Я не боюсь говорить вам эти слова. Их не перевоспитать. Не переделать невозможно. Их только убить можно. Всех уничтожить. Всех уничтожить. Никого не пожалеть. Мне этих гугенцоллеров, королев, так сказать, бесноватых, этих президентов и всех, кто выдвигал свою кандидатуру на пост президента, всех казнить. У Александра похожее было раньше. Ну вот, вот опять же заразу эту подчеркнул. Да. То есть, скорее всего, уже очень близко. Наверное, лет 10-20. И еще же должен храм разрушиться. У нас единственный ориентир это, как он называется, мечеть Амара, вот, вспомнил. Вот на этом месте как раз и нужно построить их. Я вот сегодня никак, у меня в Израиле, в Иерусалиме есть близкий человек, там живет тоже брат. Все никак руки не доходят созвониться с ним. Вот, хочу его проспросить, ну так, чтобы из первых уст услышать, какая там обстановка. Там же, посмотри, беспорядки тоже какие творятся. Вокруг самого Израиля там вот такое ожесточение. Ну, военные, можно сказать, уже условия такие. Все это произойдет, видите, я не знаю, что там, войны, революции будут. Вот, это все ради вот этого храма учинят они. Потому что по-иному, на другом основании невозможно его построить. Ну как они придут, это же получится такая локальная война. Это миру не угодно. Конечно же, войдут миротворцы и остановят все. Это нужна такая мировая война. То есть, чтобы под шумок это все сделать. Вот на этом месте сойтись должны две державы. То есть, к примеру, Америка и Россия. А эти под шумок тогда строят храм свой. Как на завоеванной территории раньше строили мечети. Как только построят этот храм, там сразу мир. Потому что все же ради этого происходит. То есть сейчас, куда ни глянь, во всех сферах общества просто абсолютный разрух. То есть ничего уже, никаких духовных скреп нигде нет. Да, о духовных скрепах и никто не говорит. Люди даже не рассуждают, они не понимают, не знают даже. О чем речь-то идет. Это я вот выставлял недавно священник, епископ, он же говорит, у нас сегодня, на сегодняшний день, во всей, не то что в стране, во всем мире нет ни одного института, который бы учил о Духе Святом, который учили бы о духовной жизни, о духовном устроении человека. Понимаешь? Да. О душе вообще нет учения никакого. О чем тут говорить? А ты понимаешь, это же основа всего. Человек, он суть не плоть, а дух. Да. Мы же не вот эти вот мясо, которые смотрят друг на друга и языками болтают. Мы же именно то, что внутри. А что там, все на мясе сошлось и все. И причем доказывают, ты понимаешь, доказывают то, что Бога нет. Я писал ему как-то, ну я не знаю, может быть, и какого-то, ну у меня просто нет усердия такого стремиться к этому, неохота даже с этими людьми связываться. Нет, Бога знает. Вот, потому что, да я бы сам бы предложил бы,
себя бы предложил. Я говорю, ну ты посмотри на меня, я был полчаса мертвый. У меня полные легкие воды были, понимаешь? То есть на что остается? Нам остается вот христианам последним это. Вот как раз изо всех усилий сейчас трудиться полностью на максимум. То есть как в Евангелии написано, что ну, были умные девы, которые взяли светильники свои с маслом, и были глупые девы, которые взяли светильники без масла. То есть и тут о том, что мы должны с полным усердием максимум сейчас просто готовиться к встрече с Богом. Еще самое важное – это не потерять то, что имеешь. То есть надо определиться с тем, где крест твой по жизни. Что, где мой крест, дайте мне мой крест. На втором месте это проповедь, благовестие. За что гнали, убивали христиан? За то, что они других к вере к своей приводили. Ну что, если мы будем сидеть по своим там норкам, кто нас убивать-то будет? Нас и не за что убивать. Не за что. А убивать они приходят, потому что лучших, как правило, видишь, получается в жизни, что лучшие становятся христианами всегда. Лучше во всем, когда человек становится христианином, он преображается во всех сферах в своей жизни. Как Игнатий Тихонович, например. Но это отдельный, конечно, человек, отдельный случай. Но на его примере можно тоже смотреть на свою жизнь и говорить, такая ли она у нас или не такая, и что нам надо исправить. Это, наверное, Игнатий Сергеевич, это яркий пример того, как нам нужно, как мы обязаны жить. Обязаны, я не знаю, насколько кто потянет. Вот. И как пример, можно сказать, вот этого подвига, знаешь, вот мы на себя натягиваем подвиги часто и понести не можем. Посты даже немногие могут понести. Вот. А что там говорить? Конечно, мы должны. Апостол Павел так и говорил, смиряю и порабощаю плоть свою. Конечно, мы эту плоть должны побеждать ежедневно. А побеждать, опять же, в чем? Мы язык обуздывать и желудки свои побеждать должны, да? Вот. А в чем еще ее побеждать? Именно в этом. Потому что Дух Божий, он не может существовать с противоположным духом. А что такое, допустим, язык, да? Как это еще написано, что при многословии не избежать греха, да? Человек, болтающий языком по делу и без дела, конечно, в нем живут различные духи. Вот. А Дух Божий, он не может находиться там. Он не терпит с собой никакого соперничества. Дух Божий, Господь просит, ты мне или целиком сердце свое отдай, или я не могу там находиться. Никак, ни с каким чревоугодием, ни с каким там пустословием. Пустословием, да, он не может соперничать. Он просто не входит. Поэтому мы должны исправить душу свою, пути свои для Духа Святого. Все пути нам показаны. Остается только себе. Мясо свое побороть и все. И все. В остальном Бог поможет. Сегодня, вчера опять чудо такое от Господа было. Ну, я не знаю, как рассказать. У меня вот эта вот женщина одна видела у меня предпоследний ролик женщины из Италии. Да, я смотрел. Вот, и у меня еще есть на канале там еще одна женщина. И она мне, та вот, вторая пишет, ты мне говорит, мне ролик посмотрел, мне так понравилось до слез. Как ее, где ее найти, говорит, ВКонтакте или где ее найти. Я говорю, ну, хочешь, я тебе дам скайп ее. Вот, и захожу к этой, ко второй вот, и спрашиваю, можно я твой скайп дам, там вот просит сестра одна. Она говорит, ну, ты мне можешь дать скайп, вот я у тебя видел ролик. Понимаешь, то есть они еще не знают друг о друге. Я говорю, ну, вот, дайте скайп и общайтесь. Говорит, я же за эту сестру и просил, понимаешь? Как? Ничего, такие чудеса. Потому что когда Богу душу отдаешь, когда стараешься, ну, хоть чуть-чуть, потому что все-таки Бог хочет хотя бы чуть-чуть, маленькие шаги, но они для него важны, и он поощряет даже эти шаги через силу. То есть, когда я тоже стал, то есть, вот когда начал просить Бога, вот
У меня был такой период, то есть он недавно начался, и я понял, что самое главное — это воля Божия. Я просто Богу просил и говорю: прошу, только бы исполнить волю твою, вообще ничего не надо, только бы воля. То есть, потому что видишь себя со стороны и понимаешь, что все остальное — это просто ничто по сравнению с волей Божией. То есть, если ты не хочешь исполнять волю Божию, значит, ты уже заведомо будешь грешить. То есть, я понял, что надо отдаться полностью Богу, до мельчайшей части своей души и тела, и тогда и начинаются чудеса, тогда начинает действовать благодать Духа Святого. Часто спрашивают, я опять же сегодня с этой сестрой общаюсь, ну, такой вопрос, ну, как бы опять, я об этих начертаниях, паспортах там зашел, да? Угу. Я говорю, ну, вот что толку искать начертания эти, паспорта, и узнавать там начертания, печать это или не печать, да? Я же говорю, написано, ему поклонятся все народы, то есть живущие на земле, кроме тех, чье имя написано у Агнца в книге жизни. Надо определиться, написан ли ты в книге жизни. Любой Божий человек, он скажет: да, я написан в книге. Любой Божий скажет так о себе. Тот, кто не с Богом, он, конечно, скажет: прелесть, ты в гордости, да, покайся. Это скажет не Божий человек. А тот, кто Божий, он знает за себя. И он не будет переживать там о начертании каком-то. Он знает, что Господь его отведет от всякой этой мерзости. Потому что он не принадлежит этому миру. Он не следует за этим миром. У него нет ни долгов перед этим миром, ни обязанностей никаких. Что меня может привязать к этому миру, если мне Бог все дает? А все мне и ничего не нужно. Я довольствуюсь всем, что у меня есть. Правильно? Это как в этом фильме в одном: а что у тебя есть? А все, что нужно. А что тебе нужно? А все, что есть. Не участвовать, главное, вот, не участвовать в делах этого мира, вот в этих ипотеках, там, займах каких-то, вот в этой мерзости во всей. И все. И не будет у тебя никаких обязанностей, и ничем тебя не обяжут этот мир. Придут из дома выгонять. Но опять же, слушай, Господь, думаешь, тебе не устроит, что ли, жилье какого-то? Конечно, он тебе возьмет за ручку и приведет, где тебе надо находиться. И причем это место, ну, конечно, оно может быть не такое комфортное будет, не такое теплое, да. Но это место будет там, именно то, в котором и надо тебе понаходиться немного. Вот я тоже раньше думал, что вот это все сложно, то есть исполнять вот каждую заповедь, это очень сложно, это гигантские труды, но потом, когда я столкнулся с тем, что их практически, можно сказать, в малой степени исполняю или вообще не исполняю, то я просто сделал небольшие шаги, то есть именно, ну, как мой выбор был, вот эти небольшие шаги. И эти шаги, то есть мне помог дальше идти Бог. То есть нам надо, остается просто выбрать путь, то есть у нас есть выбор, нам просто нужно выбрать и сделать небольшое усилие, то есть, а дальше тебе поможет Бог. То есть я могу сказать, то, что я раньше никаким образом не мог сделать, сейчас, по милости Божией, все это происходит. То есть просто небольшие шаги хотя бы, но именно в сторону Бога, именно серьезные шаги. То есть ты должен полностью довериться и идти к Нему. И тогда все изменится, абсолютно все. Мы сегодня настолько уже слабые, вот такие. Нам, видишь, на последние времена как раз есть пророчество, старцы говорили о том, что именно сохранение веры сегодня будет меняться нам в подвиг. Вот опять же, ты говоришь о шагах, да? Порой даже и шагов не нужно никаких делать. Порой даже не бояться, это уже шаг огромный. Я пойду, Господи, я не боюсь. Да. Вот это и есть шаг такой. Быть в твердом вере. А Богу этого и надо, потому что, да, он же видит нашу слабость, нашу нищету вот эту. Просто надо вот это малое сделать. И даже это просто невероятно. От нас так мало, что требуется. То есть просто в этом пребывать, ну, это несравнимо с тем, что мы получим потом. То есть, и, наверное, души в аду, они как раз будут страдать именно поэтому. Потому что они как бы не приняли Господа, что он стучался. А все стою и стучу.
То есть, что он стучался в душу каждому человеку. Наверное, они будут страдать поэтому. Понимаешь, в чем дело? Они-то как раз милость Божия в том, что они этого даже осознать не смогут. Потому что если бы они это осознали, они бы начали каяться. Вот. А в аду нет покаяния. И тогда бы страдания были неимоверные. То есть душа бы тогда начала искать Бога. Но дело в том, что человек попадет именно в ад при тех условиях, что он просто выхода не сможет, кроме... Он будет выход искать внутри себя, внутри своего сердца. Я вот уже пример приводил женщину одной. Она вот приходит ко мне и говорит, мне часто, не часто, а много лет снится уже один и тот же сон. Угу. Просто каждую ночь ложится спать человек, ему один и тот же сон, что она ходит по лабиринтам, страх у нее такой, она ходит по лабиринтам и не находит выхода, понимаешь? А это же, это предвестник именно того состояния, где она будет находиться в вечности. Она будет ходить по этим лабиринтам в вечности и не находит выхода. Ей не нужен будет Христос, она будет надеяться на себя, что она этот выход найдет когда-то, а его не будет. То есть еще я хотел спросить, вот собеседница была, ты, я уже не помню, как ее зовут, но ты замазал ее лицо, то есть, и она в каком-то, вот, пребывала в таком духе, что у нее какие-то всегда то ли видения, то ли какие-то сны, какие-то люди непонятные были всегда. Вот. И таких, ну, такие люди часто встречаются. То есть почему вот у них вроде они Бога как бы знают, вроде и с тобой соглашаются, а потом как-то они просто уходят абсолютно в сторону демонов. Что происходит? А это обман такой, это двум господам человек старается на двух стульях усидеть. То есть он любит и то, и это любит, понимаешь, а выбор не может сделать и определиться. Да, очень, очень страшно. Это же основное, в принципе, основная масса людей на Земле, она так и живет сегодня. Ну, а Господь говорит, нельзя служить двум господам. Я же в этом ролике там и выставил, что она же вроде, ну вот, все, поговорили, да, соглашается. Я же в конце выставляю фотографии, она мне присылает, вот, вроде строит из себя, понимаешь, такого смиренного человека Божьего, и тут же, ну, полуголые фотографии присылает мне. Очень, очень страшный момент. Очень, прям, очень страшно. Ну вот видишь, дух мира, а что такое дух мира? Это дьявол. Это сатана, который ходит как лев рыкающий. Представляешь, что такое лев рыкающий? Это вот только... А это дьявол, он ходит, вот так рычит, понимаешь, оскаливает такие злобные глаза у него. И вот он... Мы же просто не видим его. Господь нам сделал такое чудо, что мы этого всего не видим. И почему вот бывают такие люди, то есть, я не знаю, они как бы не евангельского духа, почему у них всегда какие-то пророчества, какие-то сны, вот, ну, например, Александр, к примеру. Хотя он вроде бы изменился, но у него тоже опять какие-то сны. То есть я заметил, что есть два типа христиан. То есть люди, верующие в Бога, любящие его, у них случаются чудеса. То есть, ну, можно сказать, так, если это можно так говорить, обычные чудеса. То есть добрые такие чудеса. А вот у этих людей, у них какие-то видения, сны какие-то. Как там был Сергей... еще такой, у него тоже постоянно какие-то видения, какие-то бесы к нему приходят. Что это так с людьми происходит? Дух, опять же, не евангельский дух, не Христов дух. То есть все, что они вот там видят в этих снах, это абсолютно не имеет к Богу отношения. Если Господь призывает нас, наоборот, от всего этого отвращаться. И вот еще был вопрос, столько, ну, людей вроде христиан было, тот же самый Сергей, почему вот человек вроде бы верующий, что в его случае произошло, почему он как бы потерял веру? Ну почему? Да и кто знает, потерял он веру, как? Или ты думаешь, он может покаяться еще и... Ну как, ты видишь, у нас у каждого свои, можно сказать, препятствия в жизни. Опять же, мы не своим умом-то живем, а живем духами, которые внутри нас. Да. В каждом из нас. А по грехам нашим мы и получаем духов.
Допустим, грех какой-то есть у нас, и побороть мы его не можем, видишь. В гордости все и происходит. А что вот произошло с Дмитрием Кузнецовым? То есть вот чувствовал, что у него в беседах с тобой очень много евангельских мыслей было. То есть он тоже стремился к этой чистоте, к правильности веры. То есть что с ним произошло? То есть, мне очень печально просто смотреть, что, к примеру, видеороликов нет, и люди поменялись сами. Игорь, да и ну, это все духи, это же, я вот то, что говорил, это самость, гордость, да, когда человек на себя полагается. То есть он ищет, это можно сказать хорошо, он ищет, да, перестает верить тому, что написано, он уже начинает по своим умом как бы достигать. Он думает, сейчас я достигну, найду истину, правду достигну. Вот начинает отвергать то, что написано. Вот, и начинает свое выдумывать учение. А естественно, он уже остановиться не может. Это вот есть такой Евгений один, христианин, ну, можно сказать, бывший христианин. Он же 20 лет был в христианстве. Понимаешь, вот эти поиски к чему привели? Что вообще полностью Христа отрекся. Оно же к этому приводит. Этот дух, он несмиренный такой, он гордый дух. Он ищет, можно сказать, роста, но роста не духовного, а умового. Да. Стараются развиваться умственно. Как? То есть от многих знаний, думают, они станут больше. Как у Клайва Льюиса, помнишь, там, когда автобус посещал какой-то город, там был тоже такой священник, который, ну, как бы умом все пытался познать и думал, что, ну, понимал христианство именно с точки зрения ума. Ну вот, пожалуйста, да. Да. Когда ему предложил он по духу поразмышлять, он говорит, да что ты, неужели ты правду веришь? Да. Конечно, все видишь. Люди рисуют себе в образах, но опять же, как тот Невзоров и прочие. Им нужны какие-то образы. Вот ты мне вот дай, вот мне покажи еще, дай пощупать, да? Да, объясни. А вот так, чтобы, ну, нету, к примеру, этого никакого объяснения. Или нету этого образа, да, это совершенно не в плоскости нашего познания. У этого может быть не образ, а у него десятки образов различных, и это невозможно объяснить словами. Как я тебе это докажу, если я не понимаю сам этого? Мне открыто, но опять же, как Павел говорит, сквозь мутное стекло. Я это вижу, но как бы мутно, я тебе не могу ничего сказать. Я знаю просто, что это есть, доказать не могу, и все. Все в духе происходит, только Духу Святому поселиться, и все. А когда гордость, это же дух, это что же дух гордый? Дух Святой, он смиренный, он тут же раз разворачивается и уходит молча. Как Христос. Конечно. Ну все. Поговорили? Да, у меня больше нет вопросов. Я, конечно, слава Богу за это. Потому что так часто смотрел эти видеоролики, и вот именно сейчас смог поговорить с тобой. Слава Богу. Я рад был тоже с тобой познакомиться. Давай, дорогой, спокойной ночи. С Богом. Давай, с Богом.